Лидерство ведущей политической партии на выборах в Госдуму говорит о доверии населения страны. Об этом в Центральном штабе «Единой России» в Москве заявил глава государства Владимир Путин. Он также отметил, что люди видят работу и эффективность партии. В прямой линии с федеральным руководством «Единой России» принял участие глава Якутии Егор Борисов. Президент России призвал членов «Единой России» и впредь оправдывать доверие, оказываемое населением страны. Люди видят желание и стремление ведущей политической силы страны, работающей и так широко представленной в парламенте, добиваться положительных результатов. Видят это стремление и доверяют. Доверяют вот этому желанию работать и приносить пользу стране. И, конечно, скажу общую фразу, но тем не менее, это доверие нужно оправдывать. Нужно будет работать вместе с теми, кто пришел по одномандатным округам, организовать хорошее сплоченное ядро, профессиональное, структурировать эту работу и двигаться дальше.